Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня арабская кобылка рыжемасти по кличке Эленика, 2016 года рождения, линия Мансура, семейство Тактики. Ее отец – серый жеребец арабской чистокровной породы по кличке Каньон, от Аромата и оксистки Калуги. Каньон – родной брат дербиста Карата, национального чемпиона Англии и Дании, который из 24 стартов занял 9 первых, 5 вторых, 5 третьих и 2 четвертых места. От Каньона в России получено 56 потомков, 20 жеребцов и 36 кобыл. Большинство из них, в том числе Пайк, Парк и Донакор, прошли испытания на ипподромах России – Пятигорске, Краснодаре и Казани, где неоднократно занимали призовые места. Большая часть потомков Каньона была продана в Казахстан, Монголию и Китай. Жеребчик по кличке Кермек, тоже рожденный от Каньона, в годовалом возрасте выиграл областные соревнования в Актобе. Мать Эленики – кобыла рыжемасти по кличке Эвбея от Вивата и Эдины. Виват линии Корея – один из лучших производителей хозяйства. Неоднократный призер шоу-турниров, завоевал приз торт Arabian Horse Organization Trophy 2015 года, который присваивается лучшей арабской лошади в каждой из стран, членов Всемирной организации арабского коневодства, объединяющей более 60 стран мира. Мать Эвбеи – кобыла рыжемасти по кличке Эдина от Диплома. Гнедой жеребец Диплом происходит из скаковой линии Корея Денюст. К этой же линии относятся Нугатин, Манганет, Дурмен, Сан-Лорен и многие другие известные скаковые лошади мира. Отец Диплома – известный жеребец Приказ, скакавший до 7-летнего возраста. Из 45 стартов занял 10 первых, 9 вторых, 8 третьих и 4 четвертых места. Мать Диплома – кобыла по кличке Дипломатка. Скакала 12 раз, из них 3 первых, 1 второе, 3 четвертых и 5 пятых мест. Мать Эдины – рыжая кобыла Эпика от Эсплендера, бывшего чемпиона Англии. Эленика в 2020 году принесла кобылку Элейн, которая была продана в Московскую область. В этом году Эленика была покрыта жеребцом по кличке Эль-Наир Терск. Ожидаемая выжеребка в марте 2021 года. Кто заинтересован в покупке Эленики, обращайтесь по телефону WhatsApp или Telegram. Что касается документов при покупке. С покупателем заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК. Все чипированы. На каждую выдается паспорт в НИИ коневодства установленного образца. Также мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Мы благодарим наших подписчиков и приглашаем на наш канал новых зрителей, любителей арабской чистокровной породы. Спасибо, что смотрите нас, и будьте здоровы!